Ну что, дорогие друзья, я терпеливо ждал. Терпеливо ждал почти две недели. Push right сейчас будет полнейший, я скажу так. Потому что, друзья, судя по всему... Ну, точнее, не судя по всему, я не дождался русификатора, хотя думал, что он, может быть, каким-то образом появится. Но вроде как он делается, просто это процесс не быстрый. Друзья... Я рад всех приветствовать, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и с сегодняшнего дня начинается прохождение NFS Unbound на моем канале. Собственно говоря, мне надо этого рэпера немножечко сейчас, подожди, братишка, секунду. Как это выключить? Story Game Difficulty, подожди, где-то, я включил, что он теперь мне... Да подожди ты, блядь, ну, хватит каждое мое действие описывать, блядь, я где-то, короче, это включил... Сейчас, ребят, я должен это найти. Хватит, блядь! Use speech, подожди, вот, чат-текст. Подожди, меню narration. Вот, походу, это вот это вот. Меню narration. Я не знаю, что такое narration, но, короче, чтобы он не озвучил каждое мое движение. Друзья, я надеюсь, вы прямо сейчас газанете лайком. Я надеюсь, что есть, ну, хотя бы часть зрителей, которая ждала прохождения именно от меня. Потому что как Санек Булкин не может... не пройти новую НФС. Да, как бы особо вникать в сюжет, ну, нет, мы будем стараться, потому что, друзья, я хоть как-то, да, плюс-минус знаю английский, поэтому перевод будет исключительно от меня, но в целом мы будем наслаждаться и вообще понимать, пытаться понять эту игру до конца, потому что, да, я записал первую серию, первые впечатления, но это первые впечатления, да, как бы, да, вроде не так все плохо, хотя я... Как уже повторюсь, когда видел все эти скриншоты, думал, что за пиздец, но вроде как пойдет, да, то есть что-то новенькое, как второе дыхание, новый НФС, что-то придумали, что-то реализовали, и вроде как большинству игровому комьюнити это по душе. Давайте будем смотреть, что же будет происходить. Итак, значит, в предыдущей серии, в единственной, которая пока что выходила, почти две недели назад, мы взяли вот этот, вот эту Сильвию и, собственно говоря, я немножко... Кто со мной сидит? Нифига себе, сразу аниме-девчоночка уже, смотри, да, на пассажирском, ты смотри, вот это я понимаю, успешная жизнь. Так, хорошо, давай изучать, как тут что работает. Значит, это первое meet-up, это встреча, я так понимаю, подожди, мы можем туда как? Я ничего не понимаю, слишком много букв. Cash needed, 4 тысячи баксов мне нужно для этого, подожди, что? Что это такое? Типа две... Подожди, давай мы просто туда доедем для начала. По крайней мере, это единственная гонка, которая нам пока что доступна. Значит, вопрос, который меня волнует. Так как у нас все началось довольно быстро, то есть у нас было на выбор, что, Countach, Сильвия и что-то вроде еще. То есть машина как бы не совсем уж и ведро старое, да, стоковое. То есть машина сразу изначально у нас с каким-то тюнингом, как визуальным, так, я так понимаю, технически она как бы, ну, нифига не стоковая, едет неплохо. Так, сейчас крылышки у меня вырастут. Отлично, друзья, привыкаем. Я люблю это! Так, все, главное мне сейчас как-то, это, знаете, ловить смысл, ловить озвучку, потому что я это, немножко English speaking обладаю, как бы, поэтому вроде у меня получалось там озвучивать в первой серии, поэтому, друзья, не судите строго, перевод от Булкина. Дожил, блядь. Раньше смотрел перевод от Гоблина в детстве, сейчас уже смотрю перевод от Булкина, блядь, сам. Так, что значит у нас? Как на встречу-то заехать? Типа, просто заезжаю? А, нифига, у них тут сходки, ну все серьезно, там сейчас... А, ты знаешь, как можешь зайти в ивент, да? У тебя нет денег, блядь. Так, подожди, не понял, а что мне делать-то? Слушай, ну красиво, да, смотри, расположено там, типа, автотусовочка, то есть там, смотри, и Урус, и Мустанг, блядь, и Цешечка стоит, и парнишки все эти, и девчонки нарисованные такие, типа, да, под аниме, и мой бородатый блондин тоже здесь. Так, подожди, Arrivals это что такое? Я ебу, как это играть? Подожди, Майя, Ча-Ча, Харли Дэвидсон, блядь. Оби, кстати, Оби ушел вроде, у нас это, раньше магазины были такие. Вару, Элеонора, бля, ну это типичное просто имя для, так скажем, ладно. Рюдигер, футболист, он в Челси играет, по-моему. Так, ладно, хорошо, все такие, подожди, все школьники такие, сколько, откуда деньги? Откуда у него 23 года? 28 на Урусе? Нормально ты, братишка, поднял, смотри, кто тут самый молодой? 20 лет Оби, смотри, красава, да, добился успеха. 19, блядь! Так, хорошо, ивент. Так а где я возьму деньги-то, блядь? You need more bank. Так а, блядь, какой нахуй more bank, power bank? Где я возьму деньги-то? У меня по нулям. То есть мне нравится, я начал играть. У меня нет денег. Мне при этом что, и что я тут могу сделать тогда? Подожди, я ничего не понимаю. Так, пацаны, где-то меня, по-моему, обманули. У меня это... Подожди, у меня есть одна гонка. Чтобы в ней участвовать, мне нужно, типа... Ну, это прикольно. Они сделали режим, что ты реально скидываешься в банк и получаешь из этого... Где я бабки-то возьму?
Пацаны, у меня проблема большая, реально. У меня реально по нулям. А долг можно взять? Митап. Окей. Сейфхаус. Ты прикинь? Все, пизда, я прошел игру. Ну, в смысле, наоборот, я все... Нет, я что-то вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. А что мне делать-то? Подожди, а куда я все деньги-то потратил? У меня по нулям? При этом... Не, ну, естественно, мне как бы, да, пацаны там как бы говорят, чувак какой приехал, без бабок такой, решил в гонке поучаствовать. Ну, то есть, смотри, да, есть в этом кайф, да, то есть ты как бы, чтобы участвовать, ты скидываешься, блядь, чтобы для участия... Ну, я не могу ничего сделать. Подожди, Arrivals это что такое? Это просто биография, да, короче? Все, пиздец. Подожди, а вот это что такое? О! Подожди, вторая гонка, походу, халявная. Все, пацаны, извиняюсь за свой французский, сейчас все будет. О, смотри, 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 ой-ой-ой, красиво, красиво. Так, моя первая гонка, пацаны, Street Race, Shopping Spree. Угу, не, ну красиво, игра выглядит красиво. Даже, кстати, на 40-90, на ультра 75 FPS. Ну, нормально она сжирает. Скромняшка такая. О, ты что, смотри, вот туда. А, вот такая по каналу. Туда, это туда. Все, поехали. Фига, что такое? Что она... Так, подожди, не очень удачный старт. Давай, начнем эту вечеринку! Так, все, ребята, короче, я так понимаю, что это моя, так скажем, разминочная гонка, в которой я должен показать сейчас суперкласс. Иначе, если я не покажу этот суперкласс, то не заработаю денег для того, чтобы уже скинуться, соответственно... Так, ну-ка... О, блядь, нахуй! Тихо-тихо. А, ты просто, блядь, покраска ебаная! А ты что, смущаешься, да? Так, все, ребят, это будет очень сложно, вы понимаете? Я так-то не успевал по-русски читать, когда в НФСах были какие-то реплики. Сколько фонарей, сколько огней, сколько эффектов всяких. Смотри, у меня голова кружится, мне сейчас таблетки надо будет пить. Я же уже старый, блядь, до такого всего. Ты смотри, сколько всяких этих. Фары, блядь, фонари. А, смотри, блядь, этот придурок здесь. Так, а, у меня вопрос по нитросику, пацаны, потому что нитро работает очень странно. Так, 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 тихо-тихо. А, пизды получил, блядь. А, извиняюсь за это. А, нитро работает очень странно, потому... Нихуя ты зубел! Сука, на Урусе, придурочный, блядь. Мажорик, блядь. Мы тут хотя бы с пацанами на ЖДМ тачках. Он свои на Урусе гоняет и вообще Final Lap. Слушай, кстати, сложно, ты заметил? Что по сложности... Я, кстати, в комментариях... ну, читал ваши комментарии. Многие написали, что Саня, типа, охренеет от того, что наконец-таки NFS стало хардкорным. Я уже вижу, что у меня есть некие проблемы, но с другой стороны, это логично, что я на 200SX не могу сейчас Урус победить. Как бы Урус по факту машина-то быстрее. Так, так, так. А, не думай об этом! Не знаю, я так пытаюсь сразу, друзья, что в голову приходит, как бы переводить плюс-минус. Слушай, ну вроде как это попахнет первым местом. 73%, так, Урус сзади, все отлично. У меня хардкорный уровень сложности, по-другому быть не может, иначе зачем в это играть вообще? А, Пепе что-то там, блядь, ушел из Реал Мадрида. Не проиграй, блядь! Так, 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 все, тихо, тихо. Единственное, я не понимаю, кто это говорит. У меня реально девчонка так ездится. Бля, копа, тихо! Тихо, не надо, не надо, не надо, не надо, блядь! Слушай, ну я как бы это, в первой гонке выиграл, друзья. Мне кажется, это достижение, потому что вы видели это, как мне пришлось немножечко попотеть сейчас в самом начале. Ты на дорогу смотри, придурочный, блядь! Там... Красава, 6 тысяч баксов. Так, то есть, получается, я сейчас заработал 6 тысяч баксов. О, уровень это самое, печка выросла, хит наполовинку, то есть теперь, как бы, если что, я просто не знаю, друзья, насколько здесь жесткие копы, но мне кажется, здесь все жестко, здесь реально коп. Куда, 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 что? Я должен... Заебись. Ай, блядь, так, хорошо, окей, значит, ну что ж, знакомство с копами, друзья, прямо сейчас происходит, я думаю, что на таком уровне, так скажем, бля, как нитро работает, я не понимаю. Как насри в чашку. Так, эскейпинг, все. Слушай, прям старая добрая вот эта полосочка охлаждения, прям как из Most Wanted. Все. 24.40, потеряла ванишем. Так, подожди, что у нас дальше-то? Все, мы опять туда едем. Слушай, ну я так понимаю, не, удобно, да, с одной стороны. Все, 4000 скидывается каждый и... Бля, прикольно, да? То есть это прям реально зарубы. Хорошее вождение. Спасибо, блядь, это серьезно? Я знаю, что ты сегодня плохой день. Не Реддл. Все хорошо с книгами. Все с твоей семьей, ребенок. Только маленький удар. Блять, я не успеваю. Это очень сложно, вы понимаете? Мне нужно и водить автомобилем, и еще переводить. А сегодня было реально весело, яс. Вот такие диалоги, друзья. Высокоинтеллектуальные, самое главное. Короче, нитро, смотри, оно копится. Но, по-моему, там как-то можно активировать супер какое-то нитро. Так, подожди, а копы, получается, если что, меня как бы готовые выебать, да? То есть вот если я сейчас еду, впереди вижу копа.
Мне лучше как, ехать типа по правилам, или он в любом случае, я как бы в таком небольшом розыске, просто вот как мне сейчас поступить, смотри. А, после того, как Райдел вышла, у тебя гонка по кольцу, да, вокруг озера. А, слушай, тур по большим стадионам, продал все гигабайты. Это энтураж. А чё ты смотришь в глаза мне? Это, я знаю, как работает гараж, Райдел построила. Не думай, мне похуй. Да ладно! Да, блядь, пошел ты тоже. Я не знаю, как это переводить, там слишком много букв, блядь, слишком много слов. Так, ладно, мы будем стараться зацепиться за какую-то ниточку хотя бы. Все, мы обратно заехали в паркинг. Итак, ну что, я показал гонщикам, что я на что-то способен. Значит, моя слива что-то может. И теперь, друзья, уже не шутка, потому что у нас спринт. И чтобы в нем участвовать, мы должны 4000 баксов, я так понимаю, что это самое, внести. И, соответственно, вчетвером мы гоняемся. Прикольные зарубы, слушай, вот это прям интересно. Ну да. И вот этот, короче, общий бюджет на четверых разделится. Бля, главное не обосраться, потому что, мне кажется, здесь-то уже такие серьезные сейчас ставочки. То есть, прикинь, а если, интересно, а если я проиграю? Ну, этот вообще придурочный на Урусе, я уже понял. То есть, от него беды, блядь, только можно ждать, только беду. Что? Ничего. Поехали. 3, 2, 1. Тут какой-то старт есть, я не понимаю. Как они так стартуют? Подожди, стоп. Их же было четверо. А, на восьмерых, смотри, у меня написано, то есть если я приду восьмым, я 1300 заработаю. Первое место 12к, хуясе. Слушай, вот это интересно реально, это уже, блядь, они могут... Понял? Не, ну просто я думал, знаете, что может это самое, они там чисто по скрипту едут по этому самому, по маршруту, нифига подобного. Есть у меня, правда, нюанс реально, и этот нюанс заключается в том, что у меня слива, ну, не особо гоночная, я не знаю, что из этого получится. Слушай, ну такие прям... Illegal Street Racing какой-то получается. Блять, я стараюсь следить за тем, что они пиздят. Но обычно, знаете, во всех НФС последних особенно, если есть какие-то реплики во время гонок, то это какая-то хуйня непонятная, которая просто, в принципе, и не нужна. Главное, пытаться уловить сюжет, но это очень сложно будет, потому что я его изначально-то особо не уловил. То есть есть какой-то рэпер, который, я так понимаю, заправляет здесь всеми, да? Или он вообще тут ни при чем? Вот этот волосатый с дредами, это же рэпер, который на заставке меня встречает и озвучивал все. Так, 270. Друзья, в какой еще НФС вы помните первую гонку, где мы ехали 270? Я не знаю, почему все так. Может быть, конечно, все изменится. Может быть, сейчас тут реально по скрипту что-то произойдет. Мы опять, типа, там, потеряем машину, потеряем, бля, деньги и начнем с низов, потому что это очень странно довольно-таки. Но у меня есть предположение, что такого не будет. Эта игра создана реально для того, чтобы кайфовать, и условно сразу ты можешь себе позволить кататься на чем-то реально быстром. Но, может быть, я ошибаюсь. Пока что я тут третий и реально делаю все возможное, чтобы их догнать, но... Блять, там пацаны реально быстрые. Если даже сейчас представить, что я не допущу никакой ошибки... Бля... Ну я потихонечку, очень потихонечку их догоняю. Так, немножко дрифта. Так, 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 тихо. Бля, ЗСД пролетел нахуй по транспондеру. Так, а что тут, я не понял, куда? Сюда? Все нормально. Не, слушай, ну графически выглядит реально красиво все. Я третий, пацаны. Ну я как бы все равно поднял бюджет на 2К, но... Их выиграть просто было невозможно. То есть, вы понимаете, до этого я проходил НФС, и, ну, как бы, у меня цель, задача минимум, прийти первым всегда. Здесь я еле-еле третьим пришел, как бы. Ну, мне кажется, даже было невозможно прийти. Так. 4000 я внес, 4000 я заработал, правильно? Нет, стоп, 8000 я получил. Короче, похуй. Ну, типа, 4000 в плюс, я, правильно, да? Ну, 4 вложил, 8 получил, 4 в плюсе. Математика также работает? 10-100 у меня. Подожди, а почему эти красные бабки? Типа, у меня на карте лежат, что ли, или что такое? 10-100. А, напиши текст. Это в ренче? У нас стоял ключи к новой клиентской автомобиле. Только жди. Если ты проиграешь это дерьмо... Один позади в гараже. Давай, блядь, на старт. Так, подожди, я не понимаю, что такое 10-100, почему они красные? Еще есть зеленые бабки. То есть, а мне... Что мне сейчас делать-то надо? Мне сейчас надо в гараж пиздохать? Наверное, да. У меня как бы больше меток нет. Return to Riddles. Riddles это что такое, блядь? Riddles это так называется. Это не имя разве? А-а-а, это Riddles гараж. Кто такая Riddles? Это она, типа? Она мне, типа, гаражик это самое. Ну, типа, не арендует, а как его? Так, подожди, там копы, блядь. А они вот сейчас они точно меня ищут. Вот сейчас они, типа, точно меня ищут, потому что появился какой-то болван на... 200SX, который как бы наводит шорох, и мне сейчас надо быть аккуратным, поэтому я не хочу сейчас лишний раз с ними как-то пересекаться. Так, там едет коп по магистрали. Все, я думаю нормально, все, мы не пересеклись, все хорошо, никто друг друга не увидел. А то с копами проблемы, знаете ли, мне, я думаю, будет их хватать еще. Так, вернулись в Riddles гараж. Enter.
Да, совершенно верно, я хочу в него попасть. Так, и что дальше? Ага, ты попадаешь, если, значит, все, заработан за ночь. Я заработал 10-100, и, соответственно, мой уровень этого самого траханья охладился, да? Правильно я понимаю? То есть теперь в следующий раз выезжаю, меня снова, если что, будут искать. Угу. Эй, Райдел! Я положил этого нового клиентские автомобили. Выглядит хорошо? Бля, неплохо. Убери этот нахуй фильтр, и можешь быть уверен, что оно, блядь, войдет в жопу. Не, я не думаю. А если так почувствуешь, это все из-за книги. Я бы хотел 3 тачки. Они, блядь, быстрее. Ну хорошо. Это клиентские машины, я же сказал. Сегодня вряд ли кто-то вернется. Я думаю, что кто-то ограбил кофе. А, так это After Walk? Типа после работы? Ну что ж, я возьму и почищу ее сама. Угу. Так, ну что ж, почистит она пока сама, значит, мы, соответственно, в гараже уже смотрели, что можем полностью кастомизировать, но у меня вопрос, а где, собственно говоря, находится автосалон? То есть у нас появилась новая какая-то, да, митап. То есть все заключается в этих митапах, это типа встречи, на которые мы приезжаем и, соответственно, там уже гоняемся с пацанами. То есть вот, смотри, тут должна быть, ага, 3000, это... нет, это просто, смотри, здесь никто не скидывается, здесь просто Corner King. Это не дрифт же? А, дрифт, это дрифт, блядь! Ready to go? Да, да, нахуй мне тут торчать. Living Riders Garage, что это такое, блядь? Траектория? Что это такое? Ручник, постановка? Drift to take it. Он что, меня, блядь, дрифту учит, что ли? Я не понимаю сейчас. Это что, приколы какие-то? Нет, спасибо, я думаю, я справлюсь сам. А, Яс! Мы хорошо? Да, мы хорошо. Отлично, как дела? Ты можешь подобрать какого-то парнишку, блядь? Он сможет охладить. Да, да, еду за ним. Кого, блядь, подобрать? У меня места нахуй нет. Кого я должен подобрать, я не понимаю. Подожди, ревард. Он за... Что, блядь? Какой фильтр, блядь, вытащить? Блядь, подожди, я ничего не понимаю. Что такое? Мне звонок идет. Что такое 9.30, 9.29, 9.28? Чё? Так ты, блядь, на их стороне? Яс, я, блядь, не на чьей стороне, нахуй. Я... Все, короче, ты... Яс! Яс! Блять! Так, подожди, я куда-то еду, за 9 минут мне должен сюда был при... Что это такое? Это какой-то... Какой-то кулак, блять, что это такое? Зачем мне этот мужик нужен? Я что, таксист, что ли? Или что, я не понимаю, что? Кого-то подобрать? Хаммер... Тайм? Так, подожди, я типа должен на... Какого-то, блять, преступника довести до... меня зовут Рюдигер, довези меня до этого. О, Рюдигер, ты, блядь, этот самый из футбола? Ты что, не видишь дату, блядь? Мне нужна тачка, блядь. А, все, остынь, приятель. А, я догадываюсь, что ты очень маленький разговор. Слушай, давай поговорим попозже, а? Нет проблем, Рюдигер. Но в Челси ты играл так себе. Back and forth, подожди, блядь, нет, стоп, там копы, подожди, надо смотреть за маршрутом, потому что иначе... Я до сих пор слышу тебя. Короче, нам надо Рюдигера довести до этого самого убежища, чтобы мы не попали с копом. А чё он наделал-то такого? Чё-то натворил пацан, короче, а мы должны его как бы это... Блядь, копы слева, тормози. Все нормально, проехали, хорошо. Блядь, а там копы. Блядь, я хочу к ним попадаться, они сейчас это самое. Вот, смотри, видишь, проехал. О, блядь. Чё? Бекос? Ты всегда в этом нуждаешься? Ха, Рюдигер, бля, я реально хочу узнать, что происходит. Слушай, просто меня довези, блядь, и все нахуй. А копы, блядь, хотят поговорить. Это не везде, это, блядь, нормально. Ага. А, ты инагент? А, нет. Гилти? Нет, блядь. Я ж сказал, инагент. Чё, блядь, несут они, я не понимаю, блядь. Я вообще ничего не понимаю. Как, блядь, что за... Как это можно переводить, я просто не понимаю. Так. Ладно, короче, все, мы приехали. Ой, блядь. Там краш-тест. Так, ну это было неплохо. Ты мой друг сегодня. А друзья всегда приезжают ко мне в бункер, в гараж. Спасибо, Рюдигер. Тогда не звони мне. Звони мне на улице. Из чего? Дернейл. Что это такое, блядь? Дерхаммер? Бля, я тебе позвоню, короче.
чё, блять, нахуй? Как это вообще прям пиздец какой-то пошёл. Так, Райдл. Эй, малыш, чё, как дела? Слушай, я имею. Слушай, клиенты звонят, нуждаются в тачках. Хорошая работа команды. Съели мясо? Мы съели мясо! На улице 19. Ты где? Супермаркет. Я думаю, что... Чё-то там поджарить на масле. И брискетс гоинг. Слушай, надо кого-то поздравить. Так, подожди, короче, блядь, это пиздец. Я так, мне это долго не хватит. Давайте мы пока поставим метку на дрифт. А, я внутри. Слушай, хорошо. Я с, поговорить с ней, хорошо? Да, да, окей. Эй, как дела? Райдл звонила. Говорит, что хочет пожарить на масле какие-то брискеты. Это в Ренаде. Я... Слушай, яс, блядь. Она сказала, что любит клиентские тачки. И чё? Я счастлив! Мы ее поздравим. Почему ты мне звонишь? Я положил хуй на работу, чтобы поесть на эти брискеты? Не, бля. Слушай, да сейчас... Так, все, блядь, нахуй. Давай позже. Так, окопы, подожди, они прям, ну, реально выебываться будут, если я вот так проеду? Ну, типа, я же, смотри, по правилам 140, да, по городу, как бы. Без проблем? Все, без проблем. Ну, копы ничего не заподозрили, это меня не может не радовать. Так, пацаны, походу... Нас ждет первый дрифт. Ну что ж. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блять, не попал. Сейчас. Прям по парковке что раздавать или что? Не, ну прикольно, да? То есть они придумали какие-то подземные паркинги, где, соответственно, есть какие-то встречи и какие-то ивенты. Где-то надо складываться с соперниками, где-то не надо складываться, просто выигрываешь. Прикол. Но для меня реально удивительно, что мы сразу начали как бы с неплохой машины. Все, дрифт это мое, поэтому сейчас, пацаны, надо показать реально класс. Просто первое место это минимум, что нас должно ждать, потому что, ну как бы, дрифт в НФС, окей, я уже придрочен, я должен... Корнер Кинг, все, Буэна Виста. Так... Хорошо. Все, да? А я так понимаю, Урус тоже будет дрифтить, да? То есть это нормальная же практика. В Менсере, бля, такой, конечно, типок. Да ты заебал палец показывать, нахуй. Ты давай лучше ручник себе поставь, гидропалку. Этот тоже, бля, чешется что-то там. Так, ну поехали! Давайте попробуем. Бля, как тут... А, вот, там на туре есть зеленая хуйня, чтобы стартовать. Я в нее ни разу не попал. Это будет весело! Так это реально дрифт или нет, блядь? Я нихуя не понимаю, подожди. Я просто не вижу очко, это самое, значков дрифта, как таковых. Слушай, красиво, да, выглядит эта местность? Вообще похуй, да, то, что я сейчас продрифтил? По-моему, да. По-моему, вообще до пизды. Просто, что я сейчас как бы понаваливал бочком, как бы никому это не... Значит, это все-таки просто гонка. Так, слушай, а мне знаешь, что интересно? Тут, подожди, снапшот. А, show effects. Ёбаный в рот. Подожди, сейчас я просто... Я пытаюсь сейчас... А чё с фок? Почему диски плавают? Подожди, это... Да, это будет сложно, друзья, фотографии. Подожди, а можно как-то без вот этой вот... Вот тут как бы... Ебать. Так, подожди, а как-то можно просто сделать, чтобы все было четко, все было видно? Depth of field? Охуенно. Хочешь сделать фотографию? Попробуй сначала, да, настрой все как тебе надо. Потом уже как... Ладно, я понял, короче, бесполезно. Я хотел красиво... Ого! Подожди, ты видел, что забор сносится? Я просто даже как-то это не подумал об этом. Диспетчер, мне тут пиздец! Так, все, ребята. Я думал, что это будет дрифт, конечно, а тут, оказывается, какой-то просто спринтец. Зачем мне там показывали, как боком заходить, я только не понимаю, ну ладно. Что-то в этой игре. Может тут, смотри, а может тут. Может тут типа спринт с элементом дрифта? То есть мы сейчас доедем до определенной развязки. Смотри, ну неплохо же у меня получается дрифтить, вроде, да? Вроде да. Так, а на фоторежиме вот эти эффекты все, они не работают, правильно я понимаю? Ну, то есть, типа, вот этот дымок нарисованный, разноцветный, вот это все. Хуя у него по Сузуку, блядь. Хе-хе, нормально, фейерлейди, блядь. Хуя там коп, ты видел, он прыгнул вообще оттуда? Ебать, они бешеные. Не, я думаю, что с копами будет, конечно, полный пиздос. Полный пиздос. Так, так, аккуратно. Бля, ну это мне какое-то, как будто меня наебали, я не знаю. Я, типа, ожидал, что сейчас будет... Сейчас будет дрифт, а тут как бы просто спринт потный. Я опять еду три... Блядство, какое, сука! Ну, кстати, восстанавливает быстро. За это респект. Так, я теряю секунды! Сейчас, немножко бочком. Блядь, сколько эффектов, а? Просто головокружительная хуйня какая-то происходит. Копы вообще, как бы, они не знают, что такое дорога. Они срезают, как им удобно, едут вообще, пофиг на всех. Так. Слушай, ну не, мне нравится искусственный интеллект. Он реально так немножко подтупливает. Он не едет прям жестко по скрипту. Из этого что-то прям... Я хочу снять это. Ой-ой-ой, какая красота! Ты смотри, еще и черканулись друг об друга. А можно эту хуйню убрать? Что это за разбитый экран? Что это такое? Можно мне как-то... Ты видишь, да, это? Что это за полоски? Какой-то блюр какой-то. Я хочу красивую фотографию на превью сделать, а мне не дают это сделать. Ну ладно.
Так, закись азота. Смотри, полная. Ух, ебать! Нормально штыривает, кстати, от полной. Тихо, 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 тихо. Ча-ча-ча, блядь. Ну-ка иди-ка ты куда-нибудь для кукарача, блядь. Он заебал на своем уросе. Я не понимаю, почему так первые гонки сразу пацаны на ламборгунях? Я тут еле-еле потею, чтобы как-то вообще тут это самое ехать на своем 200SX. Так, ребята, 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 я не знаю. 94%, блядь! Сука! Третье место, блядь, Блядь, это хардкорно. Я могу сказать, что это прям... А чё он радуется, он второй пришел или третий? Ну, второй пришел. 1900 заработал. Пиздос. И чё мне теперь делать? Это типа все равно окей. То есть здесь как бы нет такого понятия, что надо типа в топ-3 прийти или первым только всегда. То есть ты какой вот пришел, хочешь как бы попробуй рестарт. Хочешь как бы не пробуй рестарт. Return to Safe House. Охуеть. Не, ну тут свои правила однозначно, вот что я могу сказать. Просто свои правила. Бля, фоторежим какой-то непонятный, да? Блять, я просто не понимаю. Слушай, ну грязь, говно вкусное. Ну, в смысле, это самое, прикольно выглядит. Смотри, да, то есть где вот, в какой НФС можно было вот так вот разглядеть камни, лужи. Не, по графике тут прям топ. Игра реально выглядит очень классно. Прям хорошо, прям мне нравится. Так, хорошо, ладно. Вообще надо назвать два раза экзит, я не понимаю, блять. Он с первого раза не понимает, что ли, или что? Так, мы должны вернуться в сейфхаус, погнали. Че? Это кто пиздит? Слушай, ты знаешь больше, чем нужно. Тебе нужно поговорить с мальчиком в голубом, чтобы он тебя защитил. А потом уже, блядь... А кто это пиздит вообще? Подожди, я же один в машине. Это радио такое или что это такое, блядь? From graffiti, блядь. Если ты хочешь почистить тачку... Lake Shores, бля, очень жестко. Очень жестко. Очень, очень много перевода, очень много понимания какого-то. Как это все делать, я не понимаю. Ну ладно, будем стараться. Так, дневной результат. Все, заработали денег, наступила ночь. То есть день, ночь, все это меняется. Это нам было знакомо еще из каких-то предыдущих. Посмотри, какой нахуй обвес. Ты че, блядь, поставь его. Меня сейчас разводят на бабки. Не-не-не-не, подожди, я понимаю, что это пиздато, и в НФСах такого не было раньше, но, пожалуй, я сэкономлю. Я вообще хочу дождаться... Так, подожди, right stance, блядь. А, нихуя. Нихуя. Я, кстати, сюда не заходил. Смотри. Ничего себе, тут можно... Так, подожди, у меня вопрос в другом, пожалуйста, меня послушайте, пожалуйста, а? Я хочу вообще узнать, где машины продаются, или типа пока еще рано. Походу, пока еще рано. Ты хочешь, блядь, оторваться этой ночью? Не-не-не, я такого не говорил. Да ладно, ладно, хорошо, хорошо, только будь осторожна, окей? Приедет больше машин скоро. Понимаешь? Да ладно, босс, хорошо. А эти чуваки что-то жарят в бизнесе. Я сделала немножко плохо гоночный маршрут. Короче, друзья, что я могу сказать? Примерно таким образом будем проходить NFS Unbound, потому что вариантов просто-напросто нет. Ну ничего, я думаю, что справимся, все хорошо. А, я так понимаю, что машины пока нельзя посмотреть, нельзя купить, потому что здесь как бы, ну, в гараже, это, соответственно, еще тут как бы этого нет. А, соответственно, в этом самом... как его? Так, есть специальные метапс, some days... Чё, бля? Типа, короче, у меня есть две встречи, я сам выбираю, куда ехать, я смотрю, что тут, и нихуя, 22 тысячи награда. Подожди, риски, low risk. Типа 20, я могу, подожди, 16 тысяч взнос? Или 22 тысячи взнос? Нет, 22 тысячи. Buy-in это типа взнос, да, я правильно понимаю? Или чё? Так и чё, нормально, блядь? Ебать! Просто all-in ставлю, бля, и рискую. И здесь то же самое, то есть смотри, либо мне нужно... Машину доработать, либо, соответственно, иметь больше денег, чтобы в таком участвовать. Ну и нормально, нормально. Я думаю, друзья, у нас все получится. В салон просто, скорее всего, еще пока недоступен, потому что рано. Потому что мы только начали, и, наверное, он потом как-то откроется. Ну что? Друзья, собственно, прохождению быть. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.